Это Травик. Его вчера сбила машина. Мужчина, сбивший его, вышел из машины, взял его за шиворот и зашвырнул в сторону, в кусты. Где бы он умер, если бы не две девочки, которые стояли недалеко и увидели все это. Девочки дозвонились мне, затем отвезли мальчика в клинику. Ему оказали первую помощь. Зашили рваный бок, бок был очень сильно порван. Поставили дренаж. И пока мальчик на капельницах. Через сутки повезем его в клинику. У мальчика нет чувствительности в одной лапке. Пока не знаем, что это. И не знаем, задет ли таз. Первое было, что мы должны были сделать, это просто остановить кровь, которая с него просто хлестала. Это Травик. И помоги мальчику, Бог.